Привет. Привет. Я давно не виделись, скажи. Привет. Укатила. Класс. Классно. Не бойся сейчас. Ну давай. Я хочу посмотреть, как ты скатишься. Смотри прямо на маму. Сейчас мама поедет. Угу. Куда поедет? Давай с иголки. Вот ее снимай. Давай, ходи, что стоишь! Отойди чуть в сторону. Отойди чуть в сторону. Только поднимай ноги вверх, чтобы... А что так страшно-то? Давай, давай. Шурик побежал. Подскользнулся? Да. Он прям бегом, да, побежал? Да. О, ребята, как катаются. Шурик, ты греешься? Какие голодные уточки. Луиза, корми уточек. Кидай побольше. У меня еще есть хлебушек. Зачем? На много хватит. Ой, смотри, как много. Их на целую пачку хватит. Ой, смотрю, тащили. Кушают прям тут. Шурик, ты столько птичек не видел, да? Сколько много птичек. Вон они дерутся за еду. Малоежка, его приходится заставлять кушать. Шурик, кушай. Кушай, то скушу я. Кушай, пожалуйста. Вот так вот мы кушаем, совсем не кушаем.
Покушай, пожалуйста. Ну, маленькие собачки такие привередливые. Сначала съест сурика. А он так не кушает. Его вообще нельзя. Он нужен как-то сам кушать. Не хочет кушать сам. Ла. Ла. Когда ты поставишь ему тарелку, он будет кушать. Когда захочет. Шурик, кушай. Когда я с ним рядом, он все равно ест. Он недоверчиво смотрит, но не ест. Кушай, Шурик. Давай поставим тарелку. Ты чё, полотенцесушитель? А эти в своё время замуровали трубу в стене и сделали такие вот выводы. Естественно, они потекли. А вот теперь вот так вот спасаемся. Сейчас придут сантехники и будут все переделывать. Сегодня проснулись, а здесь полный затоп в ванне. Все тает. Прям оттепель. У нас тут бабахает. С крыш постоянно сугробы съезжают. И у нас какая сосулька. Куда приехала-то? Куда ты приехала? Девочка-припевочка. Приехали. Знакомое место. Фитнес-клуб «Зебра». Мытищев. Да. А мы идем к Ленте. Бежим. Домик продается на центральном проезде. Кому надо, звоните. Напротив вот какое-то промышленное здание. А здесь вот такой вот особняк. Ой, Арис тут встретил сопротивление. А вот и Лента. Прикольно, быстро. Это прям частный сектор прилегает к такому большому магазину. Они, наверное, не ожидали, что у них такое построится. Ну, а теперь вопрос, как туда зайти. С какой стороны вход? Смотри, местная собачка лежит. Отдыхает. Мне кусочек дали, мяско. Мы с тобой пойдем ждать. Да, будем ждать. А я вон, как видите, держусь. Ты у нас совсем не приучен гулять на поводке. По нулям. Крайне тяжело с ним гулять. Собака очень мощная и не поддается дрессировке уже. Она уже взрослая. Сколько тебе? 2 годика? Смотрите. Дом милосердия. И телефон. Круглосуточно прям. А вот здесь прям через дорогу брошенный особняк. Смотрите, какой огромный. Может, конечно, он не брошенный, но выглядит именно так. Вот такой дом милосердия. Честно, никогда не слышала, не знаю, что там. Фу! Тут скажи, не разбежишься, Арис не умеет так играть.
Ему нужна площадь большая. А здесь что, одна комната, да, Арис? Одна комната, ооо. Давай. Дай сюда, сама. Потерял? Нет, нашел. Смотри, какая у Ариса косточка. Вот это копыта. Фу, а дай сюда мяч. Арис, расскажи, кто убил здесь ремонт? Вот это кто сделал? Ты? Это все Арис. Все обои, все тумбочки. И еще? Все выключатели, вообще все. Мама, отойди от меня. Отойди. Мам, посмотри, что он делал с мышкой. Ты посмотри, что он ко мне пристает. Арис, ты как же так любишь Луизу сильно? Арис, все. Арис, мальчик, этим все сказано. Да, ты у нас молодец. Чуть-чуть, мальчик. Там где?